Понятно? Все. Пошли, пошли, это. Надо будет сходить в дом. Там поставили. По сторонам поставили? Нет. Вот. И скажите, что мы не запускали. Пошли интернет дальше. Интернет они, блядь, ставят. Интернет. Он нам и нахуй не нужен, интернет ваш. Да понятно, понятно. Понятно? Понятно, понятно. Мы собственники, вы поймите нас, да, правильно? Да. Только вот не... и все. Только что вы кричите? Нет, так платить-то будет тот, кто подключается, тот и будет платить. Вот, правильно, дедушка. Так, если у тебя башка, блядь, не ворочает, ну. Нам они разрушили стены, мы потом побелили. Во-первых, ни телевизоры не идут, как надо, ничего. Не понимают, что не лезь. Ну, да. Да, мужчина, правильно, работает. Вы правильно говорите. 8 лет. Что правильно? Ну, это кто пользуется, тот и будет платить. Он пользуется. Да почему он пользуется-то? А? Он подключится. Кто пользоваться будет, тот и будет. Вы... Так, дело в том, что шуметь и ругаться мы не будем, вам... но мы ставить вам больше. Нет. Ничего не шума. Да мы все, мы уже нам уходим. Нам Ростелеком поставили. А почему? Четвертым снимите. Четвертым подъезде снимите. Никому там не надо. Там бабки все старые живут. Да я понял. Мы сейчас откручим и все выбросим. Да ладно, ладно, мы поняли. Мне не нужен солидный. Да никому не нужен, никому не нужен. Все, ладно, до свидания. Ты посмотри.